17 февраля в администрации города Рязани прошла пресс-конференция, посвященная старту нетопроекта «Библиотека-центр общения». К участию в проекте приглашаются трудовые мигранты и вынужденные переселенцы. Об этом журналистам рассказала директор централизованной библиотечной системы города Раиса Губарева. В рамках проекта планируется проведение совместных мероприятий с привлечением преподавателей вузов с целью углубления знания русского языка и русской культуры для помощи в адаптации в новых условиях и углубления знания о культурно-исторических языковых традициях Рязанского края и России. Участие в проекте бесплатное. Библиотеки отвечают на вызовы времени, учитывая все изменения экономические, социальные, культурные. Библиотеки, как всегда, оказываются, может быть, в центре событий, волей или неволей. И, в общем-то, нужно как-то адекватно отвечать на все те требования, которые предъявляют изменения в жизни. Также в рамках проекта городские библиотеки приглашают рязанцев на интеллектуальный и развлекательный досуг. Как рассказала журналистам начальник управления культуры города Евгения Власова, в метапроект вошли 5 инициативных проектов центральной библиотечной системы и несколько муниципальных инициатив. Так, с июня каждый вечер в 18:00 читателей и посетителей всех 14 филиалов библиотек ждет городская гостиная. С марта ежемесячные кинопоказы, тематические презентации, выставки, киновикторины и творческие встречи в рамках проекта «Киноток». С августа в ЦБС начнут проводить регулярные тематические лекции. Этот проект – метапроект. Почему именно мета? Потому что он объединяет в себя несколько проектов, 14 проектов, которые будут стартовать каждый месяц. Некоторые проекты уже опробованы и проводятся с 2014 года, а 9 проектов впервые будут стартовать в этом году. Причем эти проекты проводятся под эгидой муниципальной инициативы. Метапроект направлен на развитие библиотек как культурно-просветительских центров и готов предоставить рязанцам возможность пообщаться друг с другом по интересам, провести время с пользой и таким образом взглянуть на библиотеки под новым углом. Более подробно программу метапроекта «Библиотека-центр развития» организаторы обещали анонсировать позднее. Следить за началом каждого из проектов можно на сайте ЦБС, а также на сайте Управления культуры администрации города.